Мы идем. Выходим на улицу. Фоня сейчас будет Рекса закрывать, да, Фов? Пошли. Скажи, Рекс, место. Место. Ой, как хорошо место. Сегодня. Вот видишь, он уже идет на место. Место. Да, Рексик, пойдем на место. Место. Радуга с утра. Ты видишь? Да. Ты видишь ее? Это красиво. А вон еще одна. Вот еще одна радуга. Да. Двойная радуга. Ура! Доброе утро, да? Папа закрыл Рекса. И дождик начал капать. Ты чувствуешь, Афонь, дождик? Мама чувствует. Вот видно теперь вторую большую радугу. Причем капает дождик, но солнце все равно просыпается. Теперь Антошку надо проводить в школу. Мама сейчас всех проведет. Или проводит. Проводит, да? И будет вязать петрушку. Принести тебе снудик? Все, сынулечка, я тебя люблю. Счастливо. Мой завтрак. Гришка не хочет завтракать, а я очень хочу яичницу с помидорками себе сделала, кофе и доем еще йогурт. Вот этот вот с черникой нам очень нравится. Мы уже несколько прям пачек съели, вот чуть осталось. Приятного аппетита! Я готовлю обед. У нас здесь варится картошка, морковка, лук для супчика. Бульончик здесь. Подготовила уже зелень и чеснок. Уже поехал за Антохой. У них сегодня в этой четверти последний день и каникулы. Выключу вытяжку. Но они начались раньше на неделю, ну, начнутся, да? Потому что в туалете там какая-то... в школе какая-то проблема с туалетами, там что-то будут делать, новые туалеты. Получается, на улице все туалеты разрушены, а в помещении на трехэтажное здание всего лишь один туалет на первом этаже. И, ну, вы понимаете, да, что это очень мало. Ну, вот я не знаю, почему это все не делалось в летнее время. И сейчас вот две недели будут каникул, получается, из-за того, что там что-то с туалетами, где-то там на втором, что ли, или на третьем этаже еще будет туалет. На втором вроде. Ну, неважно, мы туда все равно еще пока не поднимаемся. Вот, и я, конечно, немножечко возмущена этим, потому что, благо, мои дети не настроены на то, чтобы паниковать при слове «контрольная». То есть мы вообще... Я, например, даже иногда я не знаю, что у них там завтра контрольная. Другие же родители, их дети волнуются при этом слове. Контрольные начались очень достаточно резко. Хотя они должны быть все на следующей неделе, получается. У кого там какие с оценками. Знаете, понятно, что перед смертью не надышишься, но все равно, когда еще целая неделя учебы, я, например, вообще была на расслабоне на этой неделе и только в среду узнала, что каникулы начнутся раньше, и, получается, все контрольные были написаны галопом по Европам. Вот. Просто Гриша как-то к этому относится не так. Он не приходит и не стонет о том, что завтра контрольная, о боже, что мне делать? Он совершенно спокойный, даже некоторые контрольные не знала, когда они будут. Но будут и будут. Я всегда говорю, что это, если ты каждый день делаешь домашнее задание, то как бы контрольную ничего нового вам там не дадут, будет все точно такое же, только цифры другие. Ну, обычно так и бывает, поэтому если ты понимаешь тему, то как бы все в порядке будет. Вот, так что с каникулами у нас вот такая вот история. Сейчас вот 11 часов Сережа берет Антоху. Сегодня пятница, они должны заехать в магазин и еще купят сахар. Обычно мы 10 или 20 килограмм берем, не мешок, потому что он, ну, становится каменным, когда в мешке стоит открытый. И, естественно, в таких в мешочках маленьких нам удобней. Должен еще купить чечевицу. Вот суп я хочу с чечевицей. С розовой, главное, не с зеленой.
Гриша включил Барбоскиных на английском. Тебе не понравились? Ну выбери другие там мультики на английском. Не, слушай, я лучше послушаю «Между нами тает лёд» на английском. Мы же обедаем. Вот Сержанё купил чечевицу у дяди Лёни, кто знает, кто в Мышастовке, что она продается у дяди Лёни. Вот килограмм 85 рублей. Я люблю именно вот такую вот. То есть получается гороховый суп. Ну вот, то есть зеленую не люблю. Суп такого цвета странного. А тут прям варится очень быстро и получается как будто гороховый суп. Еще купили там очень вкусная квашеная капуста, да? Прям супер-пупер вкусная. А сколько сахар стоит, Сержень? Ты не помнишь? Короче, 10 килограмм сахара еще купили. Я так думала, что хорошо, сегодня дождя не будет. Но нет, дождь пошел, белье пришлось снять, ничего не досохло, буду опять на батарее все развешивать. Все, мамуль, вы домой, давайте, да? Давайте, мы домой. Пока. Посмотрите, через какие дебри мы тут пробираемся. Ради того, чтобы сделать фото с зефиром. Ради того, чтобы кто-то лайкнул. Ради лайков, да. Мы тут зашли в дебри. Но такая красота, небо настолько низко, скажи, мне кажется. Брай, скажи, что дома куча народу, мы в кушери пошли. Да? А просто нам кто-то написал, что нам девочки не хватает. Да, решили в кушере. Да что дома одни мальчики получаются, да? Там вон машина остановилась, и девушка выбежала собирать орехи. Там где-то орехи растут. А я еду на собрание до Антохи. Прошлое собрание ходил Сережа, теперь моя очередь. И, как всегда, небо. Вот как только выезжаешь на эту дорогу, небо сразу открывается, такой вид, закат. Сегодня, на самом деле, вроде бы ничего красивого, но все равно вот эти вот волны на небе меня манят. В общем, люблю я небо. Жаль, что на YouTube банят песни. Но если музыка попадает в видео, то... Оно либо без звука это место, либо не монетизируется это видео. Вот. Ну, хотя, мне кажется, было бы здорово делиться какими-нибудь классными песнями. Сейчас еду, играет вообще здоровская музыка и закат. То есть было бы обалденное видео, но нельзя. Поэтому будет моя болтовня. Я сейчас выйду, выключу камеру. Здесь, на самом деле, машин практически нет у нас. Поэтому по телефону можно поговорить. С телефоном, а не по телефону. А дальше, конечно, уже все. Так, ура! У нас сегодня праздник. Гришка, отличник! Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Ура! Гриш, ты рад? Сейчас ищем щитки Гришкины. Короче, где-то потеряли щитки. Защита на ноги, которая на карате. Что сегодня ходил, но ему, блин, все ноги отбили. Да? Нету нигде? Сейчас туда напишу в группу в WhatsApp. Родителям, чтобы посмотрели. Все это, конечно, подписано, но оно ж не на лбу написано у детей, что это Гришины. Ну, когда-то ж были девчонки, может, взяли. Будем даже в чемоданах искать. Ну, вниз, в другую. Фоне с кубком. Ну что, нет? Ну там из другой стороны, где закрывается, тоже пусто. Другой, смотри. Нити. Ну а что делать, Григорий? Надо искать. О, Гриша взял, выключил свет. Молодец. Гриша, отходи, да, я тогда сама буду все искать.